I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Красиво так покажем. Бабулина труды, да? Какая красота. Вот. И вот теперь Ирина Владимировна говорит, что надо это все сломать и съесть. Вот как так? Рука вообще не поднимается его ломать. Красоту такое. Печеньки тут еще красивые. Давай, снимай пробу. Первая. Ты все эти дрожжи кушаешь? У Ирины Владимировны всегда самая атмосферная елка, потому что украшает она ее всегда старыми стеклянными игрушками. Тут и такие вот кукурузинки есть, грибочки, мишки, шишки. О, у нас вот такая вот в детстве тоже была. Классно. Хочется рассматривать, всегда приходишь и залипаешь. Классный у тебя бодочек, да? Вика. Открой. Вау! Что там? О, ничего себе, это сокровищница! Бедная моя пешка. Вик, кто выигрывает? Я. Ну еще. О, да. Ну что, ребят, я рада вас всех лично поприветствовать в новом влоге. Здоровайся. Мы сегодня с Викушкой сидим дома. Папа наш уже вышел на работу. Чем мы с тобой сегодня будем заниматься? Я не знаю. Будем заниматься домашними делами, потому что, честно говоря, я за вот эти вот каникулы так забросила дом. Я делала прям вот по минимуму. Вот, я, конечно, готовила, что-то там слегка прибиралась, но вот так, чтобы там мыть туалет, мыть ванну, раковину, сантехнику, нет. Поэтому нужно это сегодня все привести в порядок, вот, и вообще, вы знаете, у нас так за это время сбился режим, мы поздно встаем, мы поздно ложимся, и надо как-то уже входить вот в этот рабочий режим, в график, потому что скоро садик, да, Викуль? Надо уже как-то... Кто это, сова? Сова, вон там в зеркале. Викуль, садик хочешь? Соскучилась по ребятам, да? Ничего, скоро пойдем. Вот, что еще интересненького, новенького? Да ничего, мы наконец-то начали выбираться из дома, да, мы выздоровели, все хорошо, съездили на елку, сходили на представление, тоже все в этом влоге вам покажу. Еще сегодня, точнее вчера мне привезли посылку Ларидут, вон там вот стоят коробки, сегодня мы вместе с вами это все распакуем, там очень много красоты, в общем, желаю всем приятного просмотра. Дитё мое тут завтракает, надо тебе сейчас прическу сделать, да? Чтобы ты у меня причесанная и красивая ходила. Я, кстати, хотела сегодня еще сделать апельсиновые кексы, но не знаю, дойдут у нас до этого руки или нет. Если успеем, то сделаю с вами рецептом, обязательно поделюсь. Stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Ну что ж, приступаю к уборке и начинаю я сегодня с ванной комнаты. Тут мне нужно протереть пыль на открытых полочках, помыть раковину и также почистить сантехнику. В общем, освежить комнату. Кстати, полочки наши мы покупали в Леруа Мерлен, так же, как и кронштейны. Лично мне очень нравится открытое хранение, удобно, что все в быстром доступе. Раковина у нас из магазина IKEA, называется она Odensvik. Мне нравится, что у этой раковины широкие бортики. Я когда крашусь, всю косметику на них выкладываю, очень удобно. I
Всю сантехнику и зеркала в доме я по-прежнему полирую салфеткой для стекол и зеркал от Faberlic и реально готова петь ей оды. Минимум усилий, максимум результата. Никаких разводов, все блестит, сияет. Если вы до сих пор по какой-то причине ей не обзавелись, настоятельно рекомендую это исправить. Цена вопроса 200 рублей. Ну а теперь немного отвлечемся от уборки и распакуем посылку от Larry Dude. Если честно, я очень люблю этот магазин, там настолько большой ассортимент, что заходишь на сайт и застреваешь там часа на два. У них есть и мебель, и одежда, и домашний декор, и текстиль, и все такое стильное, красивое, просто супер. И первое, что я заказала, это вот такой обалденный светильник. Выполнен он из бамбуковых волокон, диаметр 50 сантиметров. Лампочка, кстати, в комплект не входит, ее нужно покупать отдельно. Высота 70 сантиметров без ручки, 85 сантиметров с ручкой. Светильник невероятно красивый, особенно во включенном состоянии. Он дает такой мягкий рассеянный свет. Вы только посмотрите, какие узоры появляются на полу и на стене. Вообще, изначально я хотела поставить его на подоконник на балконе, но немножко не рассчитала с размерами. Для стандартного подоконника он все-таки великоват, поэтому, скорее всего, он будет стоять у нас в комнате на полу. В общем, светильник мне очень понравился, он прекрасно дополнит интерьер и сделает его более стильным и уютным. Я вам уже говорила, что хочу добавить в комнату какого-то цвета, чтобы разбавить наши белые стены, и поэтому решила заказать ковер. Остановила я свой выбор вот на этой модели. Цвет у него приглушенный, но при этом он является акцентом в комнате. Размер 160 на 230 сантиметров. Так, ну что, показываю поближе наш ковер. Вот так вот он смотрится. Единственное, конечно, ему нужно немножко отлежаться, потому что кое-где есть заломы, края загибаются. Пока оставила его вот в таком положении, но потом, возможно, мы его перевернем вот таким образом, когда елка уйдет, когда стеллаж и столик встанут на свое место. Вот, но пока так. По каким критериям я его вообще выбирала? Мне, во-первых, понравилась его цветовая гамма. Он отлично сочетается с нашими шторами. Еще я выбирала такой ковер, чтобы по нему спокойно смог ездить робот-пылесос. То есть он абсолютно безворсовый, и Жорик здесь легко будет ездить. Единственное, только он без резинового подклада снизу, поэтому нужно будет в Люрашке купить специальную подкладку, чтобы он не скользил. И когда он пришел, я только вот потом поняла, что оказывается вот этот принт перекликается с нашими обоями акцентными. Посмотрите, практически один в один, да, рисунок. Тоже шестиугольники. В общем, мне очень нравится, как смотрится. По крайней мере, комната стала более яркой. Я же говорила, что хотела добавить сюда какого-нибудь цвета хотя бы, потому что мне здесь так скучно, и я просто не знаю уже, что придумать. Стены тоже вроде как думаешь, можно как-то там задекорировать, да, какие-то наклейки интерьерные, но я просто пока не нашла то, что мне нравится. В общем, пока наша комната выглядит вот таким образом. Далее перейдем к покупкам для кухни. Конечно, куда же без них, вы знаете, как я люблю посуду, и поэтому заказала новую салатницу. На самом деле, уже очень давно на нее заглядывалась, но все как-то откладывала покупку на потом. И вот теперь она у меня, такая стильная, красивая, элегантная. Я просто обожаю изделия из дерева, и эта салатница как раз сделана из натурального ясеня. Диаметр у нее 23,5 см, высота 9,5 см. Она, кстати, может служить вазой для фруктов или предметом декора. За доставку, кстати, вообще можете не переживать, упаковывают все очень качественно, поэтому даже бьющиеся предметы придут в целости и сохранности. And
Давно хотела себе приобрести сервировочные тарелки именно прямоугольной формы, и поэтому, когда увидела их на Лоридут, сразу забросила в корзину. Шикарный минималистичный дизайн, все как я люблю. Вы только представьте, как красиво на таких тарелках будет выглядеть какое-нибудь блюдо. Выполнены они, кстати, из белого фарфора, подходят для посудомоечной машины и микроволновки. Ну и последнее, что я заказала на Лоридут, это одежда для Вики, потому что она там отличного качества, берем уже не первый раз, все очень нравится. Первое, что взяла, набор из 4 вот таких вот кофточек, разные принты, здесь полоска, тут горошек, это просто коралловая с надписью, и вот такая вот кофточка с оленем, Вике она больше всего понравилась. Вот, что мне нравится, то, что очень приятные натуральные материалы, то, что бюджетная довольно цена за 4 штуки, ну я подпишу, если найду цену. Кофточки очень легкие, из хлопка, тоненькие, комфортные для носки, в общем, от себя прям рекомендую. И уже на вырост Викушке взяла 3 вот такие вот пижамы, тоже очень классные, стильные, очень здорово, что их можно между собой комбинировать, как-то менять низ или верх. Первая вот такая вот с лисичкой, штанишки симпатичные, тоже с лисами. А вторая вот такая более нежная, тут белая кофточка с надписью и штанишки такие в полоску. Кстати, они все идут на манжетиках. И третий вариант, вот такая вот кофточка синяя. И вот такие вот белые штанишки. Вот, то есть можно спокойно, да, вот этот низ сюда, и будет у вас полноценная пижама одного цвета. Можно также и сюда, потому что синие буковки перекликаются с синими штанами. В общем, вот такой в этот раз получился заказ. Всеми товарами осталась довольна. В описании оставлю все ссылки и промокод на скидку целых 45%. Так что желаю вам приятных покупок. Приехали мы сегодня в театр кукол на представление, на шоу «Снегурочки». Сейчас будем смотреть. Она тебя смотри как любит, смотри как она по тебе соскучилась, Таечка. Боже, как это мило. Что за милота? Какая тут красота, настоящий дворец, елочка, очень красиво. Королева Виктория садится на свой трон. Маши, маши рукой. Лицо прям истинной королевы. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Красиво? Oh,
здорово. Ну все, закончилось представление, мы уже едем домой. Викульчик, тебе как, понравилось, малыш? Да. Да? Ты танцевала там даже и пела? Да, устала, просто устала, слишком интерактивно было, да? Ирина Владимировна, вам как, понравилось? Очень понравилось. Да, мне тоже понравилось. Давно не была на детских утренниках. Мне тоже понравилось, очень весело, классно, задорно, и родители тоже поучаствовали, которые хотели участвовать, и попели, и потанцевали, в общем, классно. Ну а теперь возвращаемся к домашним делам, мне нужно быстренько разобрать стирку. Тут в основном домашние одежды Вики, ее пижамы, кофточки, леггинсы. Их я обычно не глажу, просто аккуратно складываю, руками разглаживаю лишние складочки и убираю в комод. I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. Далее приступаю к уборке туалета. Первым делом я обычно заливаю средство в унитаз, и пока оно работает, я протираю пыль, стены и сантехнику. Средство у меня от Faberlic, называется Greenly. Спустя почти 2 года жизни в этой квартире скажу, что сделать кабанчик с белой затиркой в маленьком туалете было не самым лучшим решением. Смотрится, конечно, красиво, но в плане уборки не очень практично, потому что межплиточные швы быстро желтеют. Сейчас я бы отдала предпочтение какой-нибудь крупной плитке, чтобы было меньше межплиточных швов, ну или затирку сделала бы темную, как у нас на кухне на фартуке. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back, 'cause you'd rather stay out with another, talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights bragging and the glory. You're such a nice guy. Ну вот и все, с туалетом я на сегодня закончила. Все чистенько, аккуратненько, приятно смотреть. Ну а сейчас принимаюсь за ужин, и когда мне нужно приготовить что-то быстрое и вкусное, я делаю пасту а-ля карбонара. Первым делом закидываю спагетти в кипящую воду, и пока они варятся, нарезаю бекон и обжариваю его на сковороде без добавления масла. Когда спагетти приготовились, откидываем их на дуршлаг и промываем холодной водой. Затем отправляем спагетти к бекону, тщательно перемешиваем и слегка прогреваем. Далее нам нужно сделать соус. Для этого в миску отправляем 2 яичных желтка, солим, перчим, туда же высыпаем тертый пармезан, заливаем все 20% сливками и тщательно перемешиваем. Еще раз солим и перчим. Заливаем спагетти соусом, тщательно перемешиваем и убираем с огня через 2-3 минуты. И вот такая вкусняшка у нас получается. Пасту подаем горячей, сверху посыпаем тертым пармезаном. Приятного всем аппетита! А нет, лучше бон аппетит! Всем привет! У нас уже вечер, и мы с родителями, с Викушкой приехали на елку. Наконец-то выбрались. Пассажир, привет! Скажи всем привет! Привет. Куда приехала?
На елку. На елку. Царевна едет на ледянку. Приехали мы сегодня в филармонии. Здесь сделали очень красивую елочку в этом году. Ну и вообще в площадочке, где можно погулять. Сейчас будем смотреть, что здесь есть интересненького. Так красиво. Огонечки. И вон она, елочка, красавица. Сейчас ближе подойдем, поснимаю. Вау, какая елка красивая. Хот-доги можно купить, бургеры какие-нибудь. Смотрите, как будто бы птички летят на елку. И вот сама красавица. Здорово, очень красиво сделали. На деревьях тоже все, в снежинках, птичках, гирляндах. Сказка вообще. Все, с этой елочки мы уезжаем, посмотрели, немножко прогулялись. Но здесь, честно говоря, не так много развлечений для детей. Просто одна горка, есть паровозик, какие-то еще горки, небольшие качельки. Вот. Ну и сама елка, собственно. Вот. А теперь мы поедем на одну из моих самых любимых елок, ДК Химиков. Там очень красиво в этом году сделали от елки такие нити, как на нашей центральной елке. Вот, так что тоже сейчас съездим, посмотрим, погуляем. Ну все, мы на месте. Вот и следующая наша елочка. Смотрите, какая красота. Тут, кстати, всегда есть ледяные лабиринты. Мы так в детстве с Юлькой любили их, вообще постоянно там тусили. Бабуля сейчас сначала в тупик зашла, а потом одумалась. Здесь, конечно, очень красиво. Мне так нравится эта елочка. И вот эти вот нити добавили, прям вообще здорово. Теперь она похожа на центральную. А снизу каток. Опа. Поехали! Держись крепче. У-ху. Мам, я не хочу так быстро. Что ты? Я не хочу так быстро. Не-не. Пока ребенок катается с горок, мы стоим, мерзнем. Греемся, танцуем под музыку, как два пингвина. Черные, белые, да. Я тут немножечко утеплилась, надела свой кардиган и решила уединиться на нашем балконе с чашечкой чая, посидеть, подумать о своем. Ну и заодно закончу этот влог на такой вот уютной ноте. Хочу сказать вам, мои дорогие, огромное спасибо за все ваши добрые, теплые комментарии, которые меня всегда очень мотивируют. Да и вообще, знаете, благодаря каналу я нашла очень много близких по духу людей, со многими подружилась. Я уже знаю всех своих самых активных пользователей, активных зрителей по аватаркам. Прекрасно знаю, у кого какая семья, кто где живет, ну, в общих чертах, конечно же. Вот просто за это хочу вам сказать чисто человеческое огромное спасибо. Спасибо, что вы со мной, что всегда поддержите, что всегда что-то посоветуете. Я действительно это очень ценю. И давайте вот на такой вот сентиментальной ноте я, пожалуй, сегодня закончу. Желаю вам всего самого доброго, самого замечательного. Вы у меня самые-самые лучшие. Пока-пока, скоро увидимся.